Бриллиантовый цирк Якутии известен во всем мире. В цирке всегда ключом кипит творческая жизнь. Ставятся новые спектакли и создаются оригинальные произведения циркового искусства. Трюки якутских артистов уникальны. В них есть сочетание лучших практик китайской и российской школ цирка. В этом году цирк с гастрольной программой будет выступать в Минске и в Прибалтике. Давняя мечта руководителя цирка Сергея Васильевича – это строительство второй очереди цирка, создание единого полноценного комплекса, что даст возможность цирку артистам работать в полную силу. В проект комплекса входят детско-юношеская цирковая школа, общежитие гостиничного типа, малые и большие залы для репетиций, производственные мастерские, помещения для крупных дрессированных животных и оборудование приезжих цирковых трупп. Завершение строительства циркового комплекса позволит показывать полномасштабные зрелищно-цирковые программы российских и зарубежных цирков с участием крупных животных – слонов, львов, тигров и других. Более того, появятся условия и реальная возможность для создания Международного центра циркового искусства Арктики. Цирк нуждается в переоснащении, в новом дыхании. Тогда город мог бы принять и посмотреть более зрелищные постановки. Цирк надо наш достроить. Если будет достроен комплекс, к нам мы сможем приглашать очень большие коллективы с крупными, большими программами, крупными животными, большими аттракционами. Ну и, конечно, город и жители все, дети особенно, конечно, будут рады. Многие большие программы из московских, зарубежных цирков хотят приехать, но негде разместиться. Поэтому в будущем вот этот цирк надо обязательно достроить. Завершение этого комплекса просто жизненно необходимо. Артисты цирка верят и надеются, что завершение строительства циркового комплекса – это лишь вопрос времени. Также весной этого года директор и основатель цирка Сергей Васильевич Расторгуев отметил свой 65-летний юбилей. Энергичный, целеустремленный, трудолюбивый Сергей Васильевич очень любит цирк и на своем ответственном посту руководителя стремится принести как можно больше пользы. Его замечательные деловые и человеческие качества всегда были направлены на достижение высоких результатов. Праздничный вечер состоялся на арене бриллиантового цирка Якутии. Концертная программа была очень яркой и насыщенной. Были и веселые пантомимы и импровизация в исполнении юбиляра. Захватывающие и опасные трюки артистов цирка. А изюминкой вечера было выступление давних друзей Сергея Васильевича, известных московских цирковых артистов, семьи Маркиных и талантливого Алексея Чайникова, специально прибывших поздравить именинника. Заключительным блистательным показом стал выход юбиляра, который повторил свой знаменитый номер. Сегодняшний вечер, вечер Сергея Расторгуева, завершился его знаменитым номером, когда он давно, лет 30-40 тому назад, вот забрасывал белый гуттаперчевый мячик в этот чарон на шесте. Я опять поразился его молодости и способности мечтать. Даже забрасывая этот уже алмаз, тогда был гуттаперчевый мячик. Он думает о том, чтобы цирк дальше развивался. Поэтому, конечно же, я как соратнику, сподвижнику, другу юности моей, Сергею Расторгуеву, желаю, чтобы его мечта всегда исполнялась. А главное, чтобы он всегда был таким молодым. Ну и а главное, что и цирк носит имя Сергей и Марфа. Мы в Якутии второй раз, у вас уже не первый раз, 5 лет назад были. Также попали на юбилей к Сергею Васильевичу. Тогда 60 лет, сейчас 65. Так сложилось, что мы только по юбилеям сюда приезжаем. Надеемся, еще несколько раз будем приезжать. В Якутии нам очень нравится, теплый зритель. То есть сами сейчас все видели, как принимают. И вообще так, республика такая своеобразная. Нам очень нравится здесь. И кухня ваша нравится, и то, что касается работы. То есть, в принципе, всем довольны, в общем. Сергею Васильевичу, в принципе, у него все, что он хотел, он достиг, я считаю, как артист цирковой, как руководитель, он очень потрясающий человек. В принципе, пожелать хотелось бы ему только здоровья, огромного здоровья, долгих-долгих лет жизни, чтобы мы еще много раз приезжали к нему на юбилей, и чтобы он всех радовал, так как он сейчас свои 65 лет радовал зрителей. Мне очень нравится ваш город, мне очень нравится этот цирк. Мы давние друзья с Сергеем Васильевичем, директором цирка, вместе и работали, и учились. И каждый раз, приезжая сюда, я получаю огромное удовольствие от общения и с якутской публикой, и
вообще от города, от атмосферы, от погоды. И я надеюсь, что мы сюда будем приезжать еще, я имею в виду артисты и зарубежные, и московские, и не московские. Разные артисты, самые хорошие артисты будут сюда приезжать и радовать и якутскую публику, якутское население, да, детей, взрослых, неважно. И сами будут получать огромное удовольствие от того, что они работают здесь. Потому что такой теплой обстановке в таком холодном регионе на самом деле приятно очень получать вот эту вот энергию и теплоту зрителей. Желаем Сергею Васильевичу и всему коллективу бриллиантового цирка Якутии дальнейшего процветания и скорейшего разрешения вопроса о завершении строительства комплекса.